Значит, ничего страшного. Пройдем к Хабару и встанем. Взяли столько мяса. Килограмм, по-моему, 200, да? Килограмм 200, да. Это собственного производства, не где-то там на стоянках. Да, да. Не как бы на стоянках, но сами жарили. В кафешках, я имею в виду, да. Ну все, друзьяшки, доброе утро. Леха здесь, все проснулись. Все на месте, никто не убежал. Никто не убежал. С утра у нас такой завтрак сейчас будет. Там, где готовили, там мы с утра делаем завтрак себе. Остатки шашлычка немножко сейчас поджарим. Добавим яйцов. И все будет огонь. Там чайник кипятится. Вот вольвешка, мечтать. Нижняя скамейка. Раз, верхняя скамейка, два. Ребята с утра воюют уже. А мы завтракать будем. Все же разбивают, да? Да. А уже мясо готовое. А подогреть его долго времени не надо, наверное. Ну да. Че, яиц 5? Да все хорошо, наверное, 4. 4 хватит? Конечно, по 2, грубо говоря. Вот так вот у нас красиво получается. Надо бы соль достать. Соль еще забабахать, забодяжить. Сегодня, короче, родник по плану заехать надо. Водички будут добрать. Так, что, тарелку, ложку, да? Да здесь, наверное, покушаем на улице, на воздухе. Ложку просто берешь. Ну да. Можно он... Ой, блин. У меня с той стороны открыл. Да, прямо на скамейке здесь и покушаем. Да? Спасибо. Достать, вот здесь. Не, я достал, вон здесь она лежит. Соль, хлеб, молоко. Так. Надо быстрее поднять, пока 5 секунд не прошло. Нормально. Поваришь, не поешь. Да, положим. Да. Ну все, короче, кореша, смотрите, какой у нас тут кайф. Утренний кайф, да, браток? Да, да, есть такой. Все, смотри, что мы приготовили. Дорожка. Да, вчерашний шашлычок с яйцами разжарили. Мухи тут атакуют, надо быстрее кушать. Все, давайте, нам приятного аппетита. Вам отличного просмотра. Все, погнали. По плану сегодня еще родник и Байкал, братан, да, у нас? Да. Водички да, надо хаос. Набрать. Ну все, дорогие мои друзья. Так, Леха за нами. Все нормально. Собрались мы дальше в путь дорогу. Вчера отлично посидели. Пожарили мяска. Все ништяк. Сегодня же мясо это дожарили, покушали. Прям вообще по красоте. Все, погнали дальше. Впереди у нас сначала будет родничок, по-моему. Родничок, воды наберем. Вкусной воды, блин, так понравилось. Всегда же буду останавливаться, воды набирать. Ну а дальше на Байкальчик тормознем снова, где вот я вам показывал, ребят. Ну, туда же с Лехой снова сгоняем, посмотрим. Ну как уж. Обратно едем, что не заехать, или, конечно, заедем. Вот такие вот дела у нас. Все отлично, время 3 часа 20 минут по Москве. Погода плюс 14, светит солнце, все хорошо. Вот, баки полные, запаски на месте, тент непорванный целый. Вот видите, сбоку выпирает. Вот. Груз у меня. Блин, видно, не видно вам, ребят? Ну, как-то ладно. Дай бог доедем, нормально все будет. Такие дела. Все.
доброй дороги вам. Ну и вам, если вы, ребят, в пути. Это вопрос, ребятки, вопрос такой есть. В некоторых местах, вот на перевалах, на спусках, на подъемах, вроде как замечается, на деревьях постоянно навязки, повязки, всякие синие ленточки навязаны. Вот, блин, братва, что это такое, интересно? Кто что знает, напишите, посмотрим, почитаем. Мне реально интересно, это же с чем-то связано. Какого-то... Тут, ребята, вот на восток, да, вот я первый раз же здесь, вот обратно возвращаюсь. Вот. Да, есть моменты по дорогам, но, ребят, тут так красиво, охренеть. Просто офигительно красиво. Словами это не передать. Я вот, даже солнце светит, да, я, короче, еду, очки снял, потому что вот эту вот красоту смотреть через темные очки, это, ну, как-то немножко не то. Естественно, когда уже начинают глаза болеть, я их одеваю. Вот. А так вот эта вот вся красота, вот ее хочется увидеть вживую глазами своими, а не через блики темных очков. Очень красиво, очень. Мне так понравилось здесь на Байкал, на Байкал, скажешь, на восток ездить. Это здорово. Я, конечно, здесь не знаю, зимой как люди ездят. Наверное, действительно очень сложная дорога, потому что спуски, подъемы. А зимой, сами знаете, гололеды, снега, метели. Как это все будет зимой, я не знаю, но скажу по факту, сейчас что вот имею. Мне все понравилось. Если скажут, съездим, я скажу, с удовольствием, поехали. Движение небольшое, спокойная езда, едешь себе аккуратненько, все красиво, красиво. Так что, ребята, все те люди, кто меня смотрит и проживает в данных регионах, ну, у вас очень красиво, ребят, да, очень красиво. Так, до родничка осталось 7 километров, братва. Леха у нас тяжелый, 18 тонн, у нас 11. Мы бежим, естественно, побыстрее. Сейчас немножко оторвусь, быстрее его припаркуюсь там, выйду и засниму, как он подъедет. Ага, так. Прикольно, прикольно. Посмотрите. Так, надо встать так, чтобы нам на две машины места хватило. Включаем поворот, оттормаживаемся, горничок. До конца маршрута осталось 500 метров. Горничок в третьем положении. Да, мы здесь встанем. Вот так вот получается. Вперед вытянемся, и Леха за нами встанет. Вот здесь, видите, сколько места. Что справа припарковаться, место до хрена. Что слева, вон целая стоянка. Так, и немножко вот так вот надо ставить, чтобы ребята с правой стороны... О, блин, напылил вам, да, пацаны, извините. Надо ему помахать, чтобы он мимо не проехал. Спасибо за компанию. Наш ман заруливает, хорош. Пиштяк, пиштяк. Все, братва, погнали мы на родничок за водичкой. Короче, что получается? Три пятишки у меня есть. Две полторашки. Это, ладно, уж не будем трогать. Ну, это только сейчас две полторашки, вот сколько у меня их. Их надо все будут наполнить вкусной водой. Посчитаем, сколько их. И последняя. Я их специально не выкидывал,
потому что знал, что сюда еще приеду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, кореша, сколько бутылок. Сколько у меня и сколько у Лехи. На расслабоне дальше. Да, да. На чили пацан на расслабоне. Я сам тут вода, куда я вам даже летом в этот стукнул, да, куда я столько подал. Очень часто останавливаться на красивенькой. Ну, наши красотки стоят. А вот, ребята, что я говорил про ленточки. Вот кто знает, напишите в комментариях, зачем это надо, для чего это вешают. Ну, прикольно смотрится, конечно. Это какой-то просто, братан, обычный, наверное, местный. Может быть, но... Не, ну я вот сколько замечал, они обычно вот на этих перевалах тут на всяких висят. Думаю, может, это с перевалом просто связано. Да, возможно. Ленточки. Но в основном, как будто бы, белое и синее, да, эти? Ну, да. Надпись «Сливают ночью». Сливают воры ночью. Так что, ребят, смотрите сами, конечно. Леха, надпись на этом по ребрике «Сливают ночью соляру». Угу. Так что лучше не стоять, короче. Предупрежден, вооружен, братан. Надо воду закинуть. Офигеть, у меня аж пакет порвался. Ну, давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, и Лехе одну отдали, 10. Вот так вот. Ну все, сейчас окна помоем и погнали дальше. Даже снимать настроение нет, это ты же... Это Алексей, что делаешь, Алексей? Картошку моет. Сейчас почти. Алексей, короче, картошку помоет, мы его сварим. Закидаем туда брикеты вот эти вот, вермишелевские. Потом закинем тушенку, да, братан? И суп готов, по сути? Такая тушеночка есть в банке. Хотели здесь суп, как бы этот, плитку положить, но, короче, пластик может подплавиться, наверное, все-таки. Поэтому решили здесь не делать. Духота, братва, 25, наверное, 26, да, градусов. Че? Где-то 25-26, мы шли. Кондиционер не работает, душный из-за этого, и... Короче, ехать вообще так невыносимо. Засыпаешь, такая вялость, сил как будто бы нет. Так вот, кармашки здесь тормознули. Сейчас покушаем, отдохнем и поедем дальше. Да, там тоже, в принципе, какая-то такая же лапша попасть получается. Это, короче, ну это же, смотри, она уже со специями, видишь, там внутри всякие отборные. Ну, видишь, я же свои добавляю. Я просто, короче, вот это все убираю. Вот это все нахер, короче. Ну, и это выкидываешь. Да. Ну, немножко что-то. Помаешь, короче, вот. И туда закидываешь, короче. Thank you.
Попробуй за Нигу скажу еще. За Нигу скажу. В опытом, говорю, пойдешь. Она как будто тут из нескольких пород коров. Если мы отравимся, это будет послание нашим предкам. Готовил Леха. Это была полностью его идея. Не отравишься, нормально все будет. Это лайфхак общий. Я сначала себе накладываю, да? Накладываю. Самый голодный. Разница. Горячая? Да, с ней течет много свежего. Самый голодный дальнобойщик. Сейчас вот ложкой можно это. Да. Накладываю. Вот такой вот Супчинский у нас получилось. Мясо коров. Или что-то наподобие мяса коров. Второй раз, братва, иду. Алексей Николаевич здесь? Здесь. Все нормально. Вот он, красавчик Байкал. Сейчас еще раз на него посмотрим. Блядь, вот здесь на дорогу нахуй нормально идет, блядь, ровно нахуй. Сука, мы же, блядь, по этим горам прыгаем. Ну да. Железка почему-то ровно идет. Да, прикольно здесь. Но сегодня, смотри, течение офигеть. В прошлый раз не было. Но сегодня ветер еще. Волны, блядь. Сегодня ветер. Волны. Я в прошлый раз приходил, вообще штиль, короче. Тишина была. Все, братва, снова я здесь, снова на Байкале, снова вместе с вами. Но сегодня, смотрите, ветер и как бы море волнуется раз. Сегодня волны, да. И солнышко как-то, оно как немножко то выходит, то заходит. Холодно? Че, Алексей? Вот что ощущение, братан. Я все ног. Прикинь, такой онемел, упал здесь. Брат, спаси меня. Ну сегодня вообще такое течение. Ладно, хоть автоматы можно будет ехать. Ну ладно, давайте, это моя очередь. Как будто от холодильник, даже в морозильник. Ох, блин, скользко. Офигеть. Смотри, как этот ништяк, да? Все видно, офигеть. Ну, вообще чистый, но я... Братан, самое глубокое озеро России. Да, да, вообще, по-моему, самое глубокое озеро в мире. Ой, в мире, да. Ну вот смотри, даже вот... Вот смотри, метр, братан. И уже он какая глубина. Капитан Джек Воробей смотрел, когда он там это, блядь. Корабль к кораблю ее тащили. Он тоже что-то тащит. Сейчас нас забирают, блядь. Подман их наложу. И ночью спишь, а ман едет.
О, нифига получилось. Вот, блин, когда штиль был, вот надо было этим здесь заниматься тогда. Вот такой вот. Вот такие же были, Василий. А, да-да-да, они как крабики и потащили его. Надо это вырезать и удалить, не показывать. В прошлый раз хотел еще взять камушек с Байкала себе в машину, пускай будет напоминанием. О, смотри какой. Какой-нибудь прикольный найду. Ну, нездоровый, конечно, надо брать. Вот, смотри, держи. Смотри, какой. О, прикольный, да. Ну, я, братан, хотел что-нибудь такое, знаешь, прям белого какого-нибудь такого прикольного. Вон белый лежит, смотри, во-во-во-во, да-да-да. О, вот это вообще классно, вот его и возьму. Офигительный. Сможешь так же прям наверх-наверх? Кто-то до нас построил, и мы... Подожди, а я как положу? Ты давай что-нибудь нормальное уложи, слышишь? Треугольник поставил, я тебе что тут... Держи тогда ты сверху треугольник. Давай, я... Положу, блин, ни хрена себе. Так, Алексей Николаевич. След свой оставил на Байкале. И Сергей Александрович. Смотри, тут даже песочек есть. И Сергей Александрович. Во, пирамидка теперь закончена. Хорош. Вот теперь завершено. Смотри, его ветром считают, братан. Не, он долго не простоит, Лёх. Понятно, ну, я забыл. Короче, братва, говорят же, что Байкал типа пресная вода, ну типа не соленая. Вот я думаю решиться попробовать ее попить. Надеюсь, сегодня до меня здесь никто ноги свои грязные не мыл, да, Алексей Николаевич? Я перед этим стоял. Где ходил? Признавайся, блин. Не, в натуре, вот попробовать. Но она в натуре не соленая. Она в натуре не соленая. Обычная вода, отвечаю, короче, как вот мы набираем на родниках воду. Вот точно такая же. Прикинь, Лёх? Она вообще не соленая нифига. Но она и не должна быть соленая, не морская, пресная же. Ну да, она вот. Можно было здесь полторашками приходить, набирать. А можно... Ну вот и все, дорогие друзья. Поехали мы дальше. Байкал, давай, дружище, до встречи. Надеюсь, мы еще сюда приедем. А, все, а нам пора дальше, в путь, дорогу. Мы же знаем сами, это ложь от звонков. Ближе не станем, это песня для любящих на расстоянии. Позабыв о самом главном. Только в песнях мы не боимся километров. Только в них аромат ее приносит ветер. Только тут, от заката до рассвета вместе. Давай, дружище, обходи уже меня. Лёшку дожидаюсь, Лёшку. Лёшка тяжелый. И немножко он прикуривает на подъемчиках. Поэтому... Мы его дожидаемся. А вон там ман появился сзади. Время 5 часов вечера московского. Местного тут плюс 6, наверное, не помню. Так, собаки, ну-ка, не бегать здесь. Мне тут. Страшные. Каждый день во все тяжкие. Молодость. И мы бесстрашные.
каждый день во все тяжкие. Тамбовский волк тебе, товарищ, не обессудь. Мои друзья огромные, да жути мутные. Несусь по нос куда не надо, ну не в этом суть. Мое время расписано поминутно. Мамуля милая, меня ждут ребята. И солнце глаза щурит на выходе с подъезда. Во дворе нору двуйма, дико пахнет мятой. Сегодня день добра, сегодня бьем не местных. Когда мы были молодыми, мы не тупили. Куй железо, не отходя от кассы. У меня два наркомана и двоих убили. Бандитов нет давно, все вокруг красное. Пацаны в спортзале формируют стержень. Слабых жизнь кидает и в основном прогибом. Ах, как было хорошо, когда все было прежним. Молодость проходит, в ней каждый был бандитом. Молодость. И мы бесстрашные. Каждый день во все тяжкие. Молодость. И мы бесстрашные. Каждый день во все тяжкие. Я на подъем быстрый, хотя делов хватает. Семеро не ждут того, кто любит сновидения. Наш человек везде облика морали. Душа горячая, аж снег доводим до кипения. Спортивные костюмы сменили вещи модные. Как-то несерьезно махать ногами в клубе. Дипломы наших университетов непригодные. Меня теперь все чаще можно видеть на ютюбе. Тише едешь, дело мастера боится. Батя время тратил, поясняв обычно. Побывав на западе, посмотрев на заграницу. Рад, что не уехал и остался верен фанатичному. Пацаны дерутся за футбольные команды, толком не вдаваясь в результаты матчей. Веселая движуха, смотрю фото своей банды. Молодость не убиваем, это много значит. Молодость. И мы бесстрашные. И каждый день во все тяжкие. Страшные. И каждый.